Здравствуй, дорогой друг. Еще раз извиняюсь за отвратительный звук в утреннем видео. Чтобы он там вообще появился, у кого его не было, достаточно надеть наушники. Надевайте наушники, можете пересматривать первое видео. И обязательно помните, что я это не специально, это все случайно. А теперь про прямую линию Путина. Я смотрел неоднократно прямые линии Путина, и, наверное, это самая честная прямая линия Путина. Владимир Владимирович устал от дурацких вопросов, которые ему задают. Жители России устали от идиотских ситуаций, в которые они попадают. Тут и плохие дороги. Все было задано. Очень искренне. Было задано и про плохие дороги, и про отсутствие обезболивающих для людей с терминальной стадией рака, и про низкие зарплаты, и про отсутствие индексации пенсий, и про кучу всего, на что Путин довольно искренне отвечал: «Не может быть, я не знаю, я не верю», и иногда говорил, что «давайте разберемся». Здесь яркий пример, конечно, с этим полигоном в Кучино, Подмосковье. Следственный комитет прямо на прямой линии начал следственную проверку, да. Но это же сраная клоунада. Мне уже давно пишут подписчики и показывают отписки из прокуратуры, из соответствующих служб, которые занимаются надзором за экологией в год экологии. И сейчас следственный комитет начал проверку. Идите вы в жопу! Вот куда вы идете со своей проверкой Кучина. Теперь темы, которые Путину интересны, приятны, это, конечно, попыливать грязью Украину, власти Украины, с Порошенко. Здорово, это очень интересно, очень оригинально, этого никогда еще не было. Свежо. Это сарказм, разумеется, сарказм. Так же, как и тема про военные действия в Сирии. Это интересно безумно, Путин про это может говорить долго, так же, как и про светлое будущее России, что когда-то что-то появится, электронные очереди в поликлиниках, при том, что врачей не хватает и больниц не хватает, но электронные очереди будут. Да, и о том, что мы будем покорять Арктику, осваивать Арктику, ну то есть дивный будущий мир России, который никак не соотносится с нынешним бедствующим положением. Когда Путину говорят про падение реальных доходов, он на это реагирует, что да, оно есть, но не делает из этого проблемы. Он вообще ни из чего не делал проблемы на этой прямой линии, хотя примеров жутких было дикое количество. Я как будто посмотрел много своих роликов подряд. И меня опять проперло, я сидел грустный, очень грустный. Но Путин не сидел грустно, он просто сидел уставший, потому что ему это неинтересно обсуждать. А по поводу еще самой главной, наверное, будет мотивация на ближайший год до выборов президента, потому что надо себя отграничить от регионов. Путин говорит, что деньги федерация некая, российская, наверное, выделяет. И уже другой вопрос, как регионы ими распоряжаются. То есть Путин открыто говорит, что регионы мало чем занимаются. Деньги получают, но мало чем занимаются. Замечательно. Тогда почему не все губернаторы регионов отстранены от должности, а только те, ну, немногие? От этого я тоже не понимаю. Тут вообще не надо ничего понимать, тут надо осознать лейтмотив, что вот есть выборы президента в 2017 году, и есть Путин, незаменимый, уникальный, замечательный Путин, которому все в стране мешают. Все. И губернаторы в регионах в частности. Именно поэтому такое сильное разграничение. Раньше Путин себя дистанцировал от «Единой России», когда появился Общероссийский народный фронт, и Путин отказался возглавлять «Единую Россию», назначил туда Дмитрия Анатольевича главой. А теперь вот Путин себя дистанцирует даже от регионов. Говорит, что федерация выделяет деньги, а что в регионах? Ну, в регионах там, да. Типа какой-то там мэр старается, еще чего-то. Посмотрим в будущем, поручу разобраться. Ну, надоело уже. Ну, правда. Не то чтобы я злился, потому что я понимаю, сколько дел у Владимира Владимировича.
Но надоело просто, наверное. Я устал от прямых линий. Это уже точно последняя прямая линия, если еще будут какие-то после выборов или вообще в течение 2018 года. Просто устал я. Да и Путин устал. Чё человека мучить? Оставьте его в покое. Он говорит, я не знаю, я не понимаю, этого не может быть. Ну и про протест он замечательно сказал. Это то, что будут цитировать все пропагандоны на федеральных каналах, в интернете, всякие петушарии. Он сказал, что протесты это правильно, но нельзя их использовать в своих политических целях. Владимир Владимирович, ну вот эти и есть политическая борьба. Это и есть политическая борьба, когда ты указываешь на неспособность своего оппонента, своего конкурента на выборах справиться с тем или иным обстоятельством. Указываешь, видишь, а вот я могу справиться, предлагаешь свой вариант решения проблемы. Это ли не является политической борьбой? Вы сами говорите, что политическая борьба нужна, и тут же говорите, что недопустимо. А ведь уличные акции – это один из главных инструментов воздействия на власть, но после выборов. Спасибо за внимание. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе и вступайте в наш паблик «Сатира без позитива». Там куча актуальных новостей по России, некоторые из которых сегодня звучали на прямой линии с Путиным. Удачи!